Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Август, 24-е. Святитель Петр, митрополит московский, скончался 21 декабря 1326 года. Сведения о нем помещены 21 декабря. Первое перенесение его мощей было 1 июля 1472 года. Тогда же установлено празднование. От святителя Петра сохранилось три послания. Первое — к священникам, с увещанием достойно проходить пастырское служение, усердно пасти духовных чад. Оно заканчивается изложением церковного законоположения о вдовах священниках с целью ограждения их от нареканий и соблазнов. Им предлагалось поселяться в монастырях, а дети должны были определяться на воспитание и обучение в монастырские школы. Во втором послании святитель призывает священников быть истинными пастырями, а не наемниками, заботиться об украшении себя христианскими и пастырскими добродетелями. В третьем послании святитель Петр снова дает наставление священникам об их пастырских обязанностях, а мирян увещевает исполнять заповеди Христовы. Выдающаяся церковно-государственная деятельность святителя Петра уже современникам давала основание сравнить его со святителями Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоустом. Главный подвиг святителя Петра – борьба за единство русского государства и благословение Москвы как собирательницы русской земли. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.